Вас, друзья мои! 25 апреля Италия отметила национальный праздник – День освобождения от фашизма. Утром во всех районах Рима проходили вот такие демонстрации. А в центре Рима праздник был на площади Венеция, где президент республики возложил венок к могиле неизвестного солдата у алтаря Отечества. В этот день по всей стране проходили торжественные мероприятия и концерты. В интернете был опубликован список мест, куда можно было войти бесплатно 25 апреля и 1 мая. Я выбрала одно из мест, в которое мне всегда хочется вернуться. Это галерея Дория Памфили, которая находится на Виа дель Корсо. И с огромным желанием приехала сюда, чтобы вновь пройтись по прекрасным залам галереи Памфили. Но, увы, меня и людей, которые, как и я, прочитали в интернете о бесплатном посещении этой галереи, постигло разочарование. Нам объяснили, что на нескольких итальянских сайтах была размещена неточная информация. Очень жаль, что произошла ошибка, но прогулку никто не отменял. И тогда я решила заглянуть на рынок Трояно. Туда я точно попаду со своей годовой картой МИГ. Ну а что, еще раз покажу вам, как выглядит самый древний рынок в Риме и какие виды открываются с него. С этой улочки открывается прекрасный вид на мраморную 30-метровую колонну Трояно. Рассматривая ее поближе, вы увидите по всей высоте изображение сцен сражения. А сейчас мы уже находимся на территории рынка Трояно. С помощью зеркал можно очень хорошо рассмотреть все рельефы. Этот огромный для тех времен пятиэтажный комплекс со 150 лавками был построен в начале II века. Там, где раньше продавали продукты и находились разнообразные мастерские, сейчас находится музей, где выставлены археологические находки, найденные на форумах. Это разнообразные скульптуры, панно, посуда. А также это старейшее помещение сейчас используется и для временных выставок. Я сегодня особо не буду останавливаться на археологических находках и выставке. Хочу просто прогуляться. Здесь очень крутые лестницы, но в глубине одного из залов находится лифт, которым вы можете воспользоваться. Рим – город, который нужно пройти пешком. И если у вас есть возможность сэкономить силы, то экономьте. В этом случае воспользуйтесь лифтом. Силы вам еще пригодятся. Античная дорога и вдалеке дом рыцарей Родоса. Почти во все помещения рынка Трояно можно зайти, но большая часть их пустует. Думаю, что иногда все равно здесь проходят какие-то интересные выставки и мероприятия. Давайте вместе еще раз прогуляемся по рынку Трояно и полюбуемся прекрасными видами.
А эти помещения все пустые. Еще раз поближе дом рыцарей Радоса и переход с улицы Алессандрина до угла улицы Кампо Карлео. А вот и крутые лестницы, которых здесь очень и очень много. Я еще нахожусь на территории рынка Трояна и покажу вам вид со стороны башни милиции. У подножья башни находится замечательная поляна для отдыха, и отсюда же можно посмотреть с высоты на площадь Маньянаполи. Площадь Маньянаполи, а справа находится улица Панисперна, которая начинается с площади Маньянаполи и по которой я очень люблю гулять, когда наступает весна. Мне нравятся домики, увитые плющом, и я вам сейчас один из них покажу. Пойдемте прогуляемся по этой улице. Виа дей Серпенти и прекрасный вид на Колизей. Ну а мы идем дальше по улице Панисперна. Эту красоту комментировать не стоит. И так все понятно. Это настоящая сказка. Я свернула на улицу Боскетто. Это одна из популярных торговых улиц Рима, которая расположена в районе Монти. Сейчас время обеда, и мое внимание было приковано к ресторанчикам, которые в теплое время года становятся любимым местом обеда не только гостей столицы, но и местных жителей.
А это еще одно удивительно красивое место, увитое плющом. Чтобы приблизиться к нему, надо перейти улицу Кавур. Но сегодня мы полюбуемся на это здание только со стороны. Напомню, здесь жила любовница самого развратного папы римского, папы Александра VI из семейства Борджиа. На этом моя прогулка по центру Рима закончилась, и я приглашаю вас в парк. Заканчивается сезон артишок, но их еще можно встретить в парках Рима. Вот так просто они растут. Сейчас мы находимся в парке Дитор Фискали на территории спортивного клуба. А сейчас мы находимся в парке акведуков и направляемся еще к одному спортивному клубу. В эту сторону парка мы ходим очень редко, для нас немного далековато. Но место здесь просто замечательное для тех, кто любит заниматься спортом. Во всех парках Рима уже наполняют бассейны и готовят их к открытию нового сезона. Самолет заходит на посадку в аэропорт Чампино. И как же быть в парке акведуков и не пройти по любимым местам? Античная дорога, и на обочинах все больше и больше расцветают маки. Смотрите, как инжир уже подрос. Огромный стал. Замечательная погода сегодня. Люди отдыхают на травке.
А сейчас мы идем в другой спортивный клуб. Он тоже находится на территории парка акведуков. В этом спортивном клубе мы бываем намного чаще. А иногда заходим сюда просто выпить кофе. Детская площадочка. Еще немного красоты. Это типа гвоздички. Vabbè, io comunque tanto passo, io abito qua da Via Limonia, quindi. Очень красивое место для отдыха. Рядом находится античный акведук, пиньи, много цветов и умиротворенное пение птиц. Но что еще необходимо для отдыха? Может, и вам когда-нибудь повезет побывать здесь? Это вход в бассейн, а напротив бассейна находится ресторанчик и бар, где можно не только перекусить, но и плотно покушать. А также это место часто заказывают для проведения праздников. Аромат просто головокружительный у этих роз. Огромные розы. Мы выпили кофе в баре и возвращаемся в сам парк. А там уже и домой. Посмотрите, сколько инжира. Ребята, скажите честно, вы еще не устали от моих прогулок по этому парку? Уж очень часто мы здесь бываем, правда? Иногда бывает, сниму небольшое видео, а потом про него забываю. Это наша небольшая прогулка по Вилле Боргези. В этот день, когда проходил фестиваль мороженого в Риме, погода была просто отвратительная. А потом, в конце концов, пошел дождь. Он-то и прервал нашу прогулку. Мне хочется показать вам, каким был день 14 апреля 2019 года в Риме. Именно в этот день мы гуляли по Вилле Боргези. Flavia è molto generosa comunque, vedo. Adesso chi vuole provare? Renata? Perfetto. Quindi Renata.
На вилле Боргези проходил ежегодный фестиваль мороженого. Купив билет, можно было продегустировать все вкусы мороженого, представленные на фестивале. Я не очень люблю мороженое, и поэтому была только зритель. А вам хочу показать, как проходит фестиваль мороженого в Риме. Может, кто-то из вас на следующий год попадет на такой фестиваль. На этом я буду прощаться с вами, дорогие мои зрители. Благодарю вас за просмотр и за лайк. До новых видео, друзья!